И всем привет, дорогие друзья, с вами Александр, и это игра Subnautica. Вторая часть, и сегодня, как я обещал, мы пойдем к капсуле 3 и будем искать там глайдер и узнаем, что там случилось. И глайдер нам очень необходим, поэтому мы поедем именно туда сейчас же. Так, так, плывем туда. Это очень-очень далеко находится, поэтому придется немножко потерпеть. И мы накопили себе поесть и попить, поэтому можем спокойно плыть туда и не волноваться о том, что мы проголодаемся или помрем от обезвоживания и все такое. Поэтому давайте мы плывем туда. Плывем. Опа, а там шалкер. Вот зараза. Я не знаю, стоит ли туда вообще лезть. Хорошая ли это была затея. Но... походу он меня заметил, и мне будет сейчас кобздец. Так, тут есть что исследовать? Да, тут что-то есть. Так, тихо, вали отсюда. Сборщик транспорта, мне надо. Ну, изучай. Так, что-то есть. Какой-то фрагмент. А у нас уже есть, да? Где капсула? Ну, там где-то. Ну, окей, проблем никаких нет. Тут что? О, морской глайдер, что-то есть тут. Так, один из двух. Окей. Один из двух есть. Так, пескун. А, это пузырь был. Так что так, мы плывем. Подождите, время не засчёт. 46 минут, окей. Продолжай наблюдение, мне неинтересно. Так, тут большие вонючие какашки плавают. О, тут что-то интересное есть. Так, остановимся здесь пока что. Здесь что изучать? Нету. Тут что-то есть. Вот. Урна. Вау. Без урны мы никуда. Это... там глубоко. Мы глубоко, поэтому мы сейчас всплывем, подышим и... всплывем, подышим и обратно пойдем изучать, потому что здесь что-то есть. Очень интересно. А, фрагменты грави-ловушки. Интересно. Что-то интересно. Урна есть уже. Не требуется сканирование. Грави-ловушка. Доступен чертеж. Так, уже все есть. Тут ничего нету? Нету ничего. А это что такое? Что-то непонятное. Ладно, плывем кверху пока что. И потом плывем туда. Посмотрим, что там у нас. Так, 111 метров. Не так уж и далеко, но от нашей базы далеко. Так, это что такое? Это водоросли какие-то. А там что? Водоросли. Вау. Музыка. Я вспомнил эту музыку. Эта музыка была из Neon City, вот. Это что у нас? Компас. Я не знаю, компас это нужная вещь или не нужная здесь. Но мне кажется, нет. Это что такое? Глайдер. А, нам еще один чертеж, и все, у нас есть глайдер, да. New Blueprint Acquired. Так, идем домой. Хотя для начала всплывем, посмотрим, что нам нужно для глайдера. Глайдер, компас есть. Медный провод, комплект проводов. Ребризер. Катушка дайвера какая-то есть. А нам нужен морской глайдер. Нужна батарея с маской, медный провод. А медный провод еще делается. Медный провод. Из двух медей. Медь у нас все есть. Нам нужен будет еще кислотный гриб только. И все. В принципе, больше ничего нам не надо.
Так что так. Где наш дом? Наш дом там. Мы куда-то не туда уже поплыли. Ну ладно. Ничего обычного нет. Ну и плывем. Мы, конечно, очень медленно плывем. Это прям немножко подбешивает, если честно. И нам, кстати, надо кислотные грибы собрать, которые мы... Там, кстати, что-то есть. Давайте туда плывем. Там есть тоже кислотные грибы. Там есть коробочка. Мы туда сплаваем сейчас. Он, кстати, без предметов быстрее плавает. Что заметил? Еще морской глайдер. Мы тут, кстати, титан сейчас соберем. Так, один. Два. Давайте сделаем две батареи. Потому что без батареи, думаю, будет очень сложно. С одной, тем более, батареей. Шалкер плавает. Так, тут что у нас? Еще сейчас соберем. Титанчику две штучки. Так. Кстати, сейчас ножик не изнашивается. Это хорошо. Раньше он изнашивался, приходилось делать новый ножик. Подумали все же о том, что ножик не должен изнашиваться. Поэтому так. Мы плывем домой. Мы сейчас будем делать морской глайдер. Ну, мы 100 метров вряд ли проплывем на этом кислороде. Но давайте посмотрим, сколько максимум можем проплыть на 30. Ну. Хотя есть вероятность выжить на 30-100 метров. Да, 100 метров на 30-ке можно. Да. Ой, как и 30. 30 кислорода можно чуть больше 100 метров проплыть. Так что все нормально. Есть сообщение. Да хватит ты кашлять тут. Угомонись. Так, морской глайдер. Нужна батарея, смазка и медный провод. Две меди. Медь где у нас была? Медь у нас была на улице, да, я понял. Так, а сделать чтобы батарею? Батарея, силиконовая резина. Подождите, это энергоячейка. Батарея, медная руда. Нам надо три меди руды. Три меди. Три мы найдем. Три. Окей. Выйди отсюда, пожалуйста. Так. Нам нужна силиконовая резина еще. Силиконовая резина у нас есть. Ее возьмем сюда. Так. Теперь делаем батарею. Одну батарею сделаем. Или нам две батареи надо? Сколько нам надо? Медный провод делаем. Так, морской глайдер. Из чего делается? Так, нужна смазка. Смазка где у нас? У нас была точно смазка, я помню. Одна смазка есть. И нам надо еще одну батарею сделать. Нам для батареи нужно еще одну медь. Ну, медь мы сейчас достанем вот отсюда. Че, пусто? Еще мне врешь? Так, медь у нас здесь есть. Окей. Сюда. Медь. Сделаем еще одну батарейку. Так. Батарейка. На всякий случай сделаем, потому что она будет полная у нас, и все будет в порядке. Так, делаем морской глайдер. Вот это топчик. Сейчас будет топчик. For your safety, please pack supplies for long journeys and stay within 5 kilometers of the nearest life pod or habitat. Так. Окей, у нас есть одна батарея. Да, и морской глайдер. Насчет силиконовой резины. Окей, нам пока что силиконовая резина особо не нужна, поэтому мы пока что выложим вместе с титаном. Ладно, мы для титана сделаем отдельный. Хотя давайте мы титан весь сюда переложим, а вот силиконовую резину мы возьмем и положим в специальный ящик. И нам надо 4 титана, чтобы сделать ящик. Окей. Окей. Так, давайте мы выпустим этот ящик. Так, убери. Е, убрали, да? Так,
дело. Тут ящик, мы рядом с ним бросим это. Open storage. Сюда мы перекидываем весь силикон. Так, и у нас начинается проблема с едой. Нам надо бухнуть. Ты дурак. Зачем выкинул еду? А мы собрали то, что нам надо. Поврежденном глайдере сообща. Окей. Мы же ведь КПКшку собрали, да? Загруженные данные. Да, мы забрали третью капсулу. Да. Коренные кормы жизни. Кормы жизни, да. Плотоядные. Что с тобой? Что ты кашляешь под водой? Нельзя кашлять под водой. Так, ладно. Тут у нас все окей. О, new message. Камон, то что. Что-то там есть какой-то катастрофе. Так, мы убираем с третьей и плывем на 17-ю. Так, у нас сколько время? Время у нас много, поэтому мы можем плыть до 17-й. Она, в принципе, находится недалеко, и глайдер у нас есть. Мы сможем быстро-быстро туда доплыть. Да, поплыли. Опа. Так. Опа, FPS упал. Чё за бред? Так, мы плывем, 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 плывем. Она находится совсем недалеко, поэтому мы очень быстро сейчас доберемся до туда. К сожалению, разряжается аккумулятор у нас очень-очень быстро. И опа. Это что там такое плавает? Что это за монстры такие? О, боже мой. Нам, кстати, нужно будет сделать строитель. Опа, здесь есть мотылек. Опа. Сканируем. Мотылек — это тема. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, не лагай, пожалуйста. Что-то ужасно-ужасно подлагало. Так, собираем КПК. Так, больше тут... DTA Data тебе сейчас такой. Так, а здесь нету... А здесь случайно... Нету этого капсулы, где что тут так? Что это такое? Что это было? Что это было такое? Так, ладно, нам тут не рады. Тут что-то нереально лагает, все ужасно. Ладно, поплыли. Thirty seconds, окей. Айм все понял, и айм... Там что-то, кстати, есть. Да. Поэтому мы сейчас плывем сюда, чтобы изучить, потому что тут что-то... Что-то есть. О, мотылек. Это хорошо. Что? Ты не изучил? Еще один кусочек мотылька, и у нас будет уже мотылек. Это топовое. Кстати, я нашел уже последний кусочек мотылька, поэтому мы прямо туда и направляемся, и сейчас мы его изучим. И сможем строить наш мотылек. Фрагмент. Все, мотылек у нас есть, теперь мы можем плыть домой и уже что-нибудь строить. Да. И плывем домой.
Нам надо, кстати, зарядную станцию построить, потому что батареи все же нужно заряжать. Заряжать их без дома, к сожалению, нельзя. Поэтому мы построим дом. И нам нужен склад будет. Опа, тут что-то есть. Тут что-то есть. О, ну, нам по-любому титан нужен всегда, поэтому мы его возьмем с собой. Так. Вот наша база. И сейчас... Сейчас мы посмотрим, как строить... А мы были, да, тут? Да, мы были. Только что там... И давайте глянем, что у нас тут. Мы прочитаем, сейчас будет playing new message. Так, ладно, пока что нету playing new message. И нам нужно построить здание. А для здания... Так, ну понятно, энергоячейка, свинец. Свинец у нас есть, нам нужен строитель. Компьютерный чип, нам нужно золото. Сейчас глянем, как делается компьютерный чип. Да, золото есть, медный провод будет. И что нам еще нужно для строителя? Для строителя нужен комплект проводов. Комплект проводов из чего делается? Из... О боже, серебряной руды. Ну ладно, серебряную руду уж как-нибудь там можно, наверное, достать, поэтому... Поэтому мы сейчас и... Так, что у нас есть интересного? Пласталевый слиток. Нам нужен, кстати, титановый слиток. Да, комплект проводов. Так, давайте глянем, что нам нужно было. Нам нужен компьютерный чип. Образец песчаного коралла мы сейчас добудем. Это проблем никаких не имеет. Мы сейчас его... Вот он, кстати, есть. Две штуки нам надо, да? Две штуки. Раз. И забирай. Раз. Два. Все. Больше нам не надо компьютерного чипа. Поэтому... Так, идем сюда. Что-то такое. Ужас какой-то. Окей. По времени у нас идет уже. Так. Нам нужно еще золото и медный провод. Медный провод делается из двух меди. Медь у нас есть. И золото. О, спасибо. Так, нам надо два этих и золото. Золото у нас есть, все прекрасно, окей. Нам нужно серебро. Нам нужно серебро. Yes, сейчас будет медный провод и делаем компьютерный чип. И потом нам надо сделать комплект проводов из двух серебряных руд. Пока что мы компьютерный чип положим вот сюда. Тоже сюда пока что, и мы идем сюда слушать playing message. Так, мы идем за серебром. Still nothing. These old Terra ships. They run out of engine grease. They send an SOS. You offer to help. Серебро, серебро, серебро. Урора, Урора, Урора. Where is the серебро? Что-то есть? Металлолом? Это металлолом. Вот серебро искать очень сложно, вот честно. Очень сложно. Я его найти не могу. Два серебра, целых два куска серебра. Это же это нереально много. А скорее вот здесь серебро. Нет, здесь меди. Нет, золото было. Ну, блин. Так. Так, слышь, ты, тварище, иди сюда. Валим. Так, 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 так. Вот тут что-то есть. Титан. Где-то мозгогрипп был, да?
Так, я ничего не понимаю. Почему я не могу найти серебро? Почему найти серебро так сложно? Все, валим наверх. О, лаги. Аврора еще целая. Окей. О, мозгогрипп есть, окей. Мозговик есть. Так, ищем. Что-то нашел, да? Честно, ничего не вижу. О, есть что-то. Что-то есть. Надеюсь, медь. Нет. Ой, какая медь. Серебро. Чё я все время путаюсь, я не понимаю вообще. Так, мозгогрипп есть. Что мы пойдем подышим от него. Так. Где серебро? Ладно, на 60 герба мы не будем, потому что это, по-моему, без толку, потому что здесь рядом ничего нет, вообще нету. Как выйдет серебряная руда, вот честно, кто мне скажет? Кто без броня мне скажет, как выглядит серебряная руда? Потому что я ее не вижу. Вот что-то вижу. Надеюсь, это серебряная руда. Нет, это медь. Ну вот честно. Вот. Все понял, сейчас валю, друзья. Я не знаю, где честно найти эту медь, это серебро. Я не понимаю. Я не понимаю, где это серебро носит. Чё ты мимо? Это что такое? Что это такое? Что это такое? Что это такое? Что это? Где исследуется? Не понимаю. Тут еще ночь. Вообще ничего не видно этой ночи. Вообще просто ничего не видно. Так. Знаете, что я понял? Что походу серебро мне найти это не суждено совсем. Иди сюда, пузы. О боже. Пузы. Да. Серебро. Я знаю, что оно здесь должно быть, но его нету. Что это? Медь. Ну ладно, медь тоже, в принципе, нужный материал, поэтому его мы будем тоже собирать. В отдельный контейнер сделаем. А вот серебро. А вот насчет серебра. У меня вопрос. Где найти серебро? Я просто рили не вижу, где оно есть. Окей, 30 секунд. Валим отсюда. Включай лампу свою. Ну окей, давайте посмотрим. Нет, не сюда. Вот сюда. Нам надо серебро. Титан. Основной строительный материал. Окей, понятно. Давайте смотреть. Из чего добывается у нас? У нас есть где-то ресурсы? Нету. Отлично. Все круто. Так, давайте смотреть. Коралловый, гигантский мозговой. Почему там? Техническое. Транспорт, морской глайдер. Вот
Мотылек, окей. Коренные формы жизни нам не надо. Набор для выживания. Дополнительный технический совет по выживанию. Не надо. Снаряжение. Элементы жилища. Журналы операции выжившие. Геологические выступы известняка. Известняк, и нам надо песчаник. Песчаник нам надо. Давайте искать песчаник. Песчаник, он такой более. Он такой более, наверное, серый. Песчаник более-менее серый. Вот, скорее всего. Вот это более-менее похоже на песчаник, да? Что это? Известняк. Титан, известняк. Мне надо песчаник. О. Крапива. Она кусается? Нет, не кусается. Что тебе надо? Что ты хочешь изучить? Нам надо песчаник. А песчаник у нас как выглядит? Да хоть кто-нибудь показал бы, как он выглядит. Песчаник. Елки-палки. Вот что-то есть. Это песчаник. Известняк. Надо песчаник найти. Как выглядит песчаник? Песчаник. О боже мой. Как выглядит песчаник? Алло. Разработчики, скажите, как выглядит. Я не успокоюсь, пока не найду это серебро, я не понимаю вообще. О, кстати, вот это очень редкий материал, поэтому я его подберу. Я буду найти очень сложно потом. Мозгогрыб. 30 секунд. Валим все наверх. Так, ищем песчаник. Песчаник, ау. Где ты? Нет, ну это издевательство какое-то вообще просто. Как выглядит песчаник? Вот это песчаник, да? Или песчаник он коричневый? Известняк. Вот это песчаник, да. Из него, да, выпадает серебро, да? Серебро выпало? Да. С него выпало серебро. Ну, коричневый песчаник, окей. Так, тут что-то было изучить, да? Где тут? Да? Или мы уже изучили? Так, титана собрали. Песчаник, он коричневый. Окей, ищем песчаник. Вот, нашел еще песчаник. Тут, возможно, сейчас золото выпадет, да? Нет, свинец выпал, да? Выпал свинец, да. Нам надо еще одно серебро. Одно, буквально одно серебро надо. Я не знаю, где его достать, потому что песчаника больше я не вижу. Шалкеры плавают, мозгогриб. Подышим немножко. Он, кстати, на 10 восстанавливает. Вот, есть песчаник еще. Опа. Тут что-то нашел интересное. Есть серебро. Тут что-то очень-очень интересное. Тут по-любому нужен лазерный резак будет, да? Или не нужен? Да, нужен будет лазерный резак. По-другому мы туда вовнутрь не попадем. Давайте еще исследуем вот это вот. Золото. Что? Опа, ты пить хочешь? Ну, отлично. Морской глайдер у нас есть.
тут есть что-то. Что ты дал? Ты что-то дал, то, что я уже просканировал, да? 30 секунд, окей. Выйди отсюда. Давай валим отсюда. Бери. Все, у нас есть. У нас есть, есть все нужное, чтобы собрать уборщик транспорта. И давайте мы уже... Давайте мы уже сейчас построим здание. И попытаемся зарядить батареи, потому что нужны. Потом мы выслушаем сообщение уже в следующей серии и отправимся туда, куда нас отсылают. Так, идем сюда. Опа, лаги. Не лагай, пожалуйста. Тихо. Все в порядке? Окей. Так, смотрим. Нам нужен расширенный комплект. Нам обычный. Да, зуб стал со шалкера очень-очень нужная вещь. И сейчас нам надо медь. У нас куча золота. Мы хотели сделать сборщик не сборщик транспорта, а инструмент. Гравиловушка. Окей. Гравиловушка — это хорошая вещь, но сначала сделаем сборщик вот этого вот. А гравиловушка что нужно? Батарея. О, мы батарею израсходовали. Израсходовали батарею. Какие мы молодцы. Давайте посмотрим, как это работает штука. Так, мы должны бухнуть. Так, все. Water size proton stabilizing. Вот так вот. Так, что-то так, указатель, внутренние модули, детали базы, так, это есть стационарный воздушный насос, качает кислород от снабженного энергии жилища по присоединению трубы к сети. То есть кислород просто так в здании я не получу, да? Фундамент. Фундамента нам надо свинец. Нормально так. А зарядки у нас нет. То есть фундамент мы построить можем, а это мы не можем еще. Отлично. Давайте хотя бы фундамент построим. А я, интересно, внутри могу строить? Я могу тут внутри построить, да? Не, нифига не могу. О, есть аптечка. Так, ладно. Давайте искать свинец. Нет, свинец у нас в ящике, да? Нет, у нас был в ящике. Нет, у нас был не тут. У нас был тут. Так. Здесь? Да. Ладно, свинец мы еще по-любому найдем. И базу мы будем строить. На глубине мы ее строить не будем. Мы ее построим вот здесь. Вот. Топовое место. Фундамент. Что с фундаментом? Алло, что с фундаментом? Как было развернуть? Что происходит? Чё?
Что такое? Давайте. Бомбанул у нас Аврора. Так. Почему ты не ставишься, где я хочу? Здесь ставишься. Все. Будет нормально, да? Все, самое оно. Что нужно для того, чтобы построить? В смысле? Чтобы построить вот это вот. Нужен кварц. Вам жилище мы сама построить не можем, потому что у нас нету. Нету у нас этого, как... Мы можем это построить, да? Смысл это строить? Где? Как развернуть? А, вращать. Скобки? В смысле скобки? А. Сюда можно залезть? Так. Так. Люк, нужен кварц. Кварц. Пошли искать кварц. Кварц мы должны найти в трубе. Я его помню, что находил. Значит, он там должен быть. Кварц. Раз, два, три. Три. Давайте соберем его сразу побольше. Вот так. Так, все, погнали строить базу. Клевая у нас база, конечно, получается. Топовая. Так, сейчас мы построим. Сик тебе. Можем зайти вовнутрь? Warning. Emergency power only. Oxygen production offline. Офлайн. Окей. Давай поставим еще солнечную батарею. И все работает, окей, все онлайн, все хорошо. Ладно, ребятки, думаю, на этом надо закончить. И давайте, ребятки, чтобы не тратить ничего. Спасибо, что смотрели это видео. Не забудьте подписаться на канал, на нашу группу ВКонтакте. И все ссылки будут в описании. Ника, ребятки, давайте. Всем удачи и всем пока.